spuneți dumneavoastră cum vă explicați rezultatul surprinzător al Partidului Socialiștilor, pentru că cred că sunteți de acord. Toată lumea înainte de alegeri, toate sondajele, cele mai optimiste sondaje dădeau 14%, cred că cel mai optimist care l-am văzut. Da, da. Deci 21, n-am văzut 20 și ceva, n-am văzut la nimeni. Cum vă explicați acest rezultat? Первое, значит, разочарование в партии коммунистов это дало определенный плюс, потому что прямо перед выборами Воронин еще раз подтвердил и отказ от таможенного союза и намерение сохранения договора о ассоциации с Европейским Союзом. Второе, они дали четкий месседж, что они будут сотрудничать с Альянсом за Европейскую Интеграцию. Это могло дать Дадону результат. Второе, у Дадона было очень много денег и, возможно, был подкуп избирателей. Это тоже могло дать результат. Второе, перенос имиджа Путина на Дадона, безусловно, что дал очень мощный результат. У, значит, запрет Усатому и обращение Усатого отдать свои голоса Дадону тоже дало результат. Да, он сказал, что дать воты для Дадона, он сказал... Să voteze. El a spus că oamenii să voteze cum simt, dar el îi cheamă să ștampileze Partidul Patria. Это он сделал первое заявление, потом он вернулся в Российскую Федерацию и даже в день выборов он ходил возле посольства Молдавии в Москве, и его люди задавали вопрос, и он говорил, единственная оппозиционная партия – это партия социалистов. И этого было достаточно, чтобы дать сигнал, за кого голосовать. We'll be right back.